корпус из древесины, на нем закрепленные струны. Это звонкие гусли. В руках музыкального учителя Татьяны народный инструмент оживает. Для третьего этапа конкурса педагогов дополнительного образования выбрала произведение «Посвящение». Оно о наставниках. Признается, ее ученики для нее главная мотивация. Когда ты выступаешь сам, то есть... Ну да, ты молодец, все, я выступила, я хорошо сыграла, все. А когда выступают твои дети, ты видишь, насколько у них горят глаза, насколько им хочется, насколько им нравится, насколько они становятся другими. Если Татьяна участвует в конкурсе второй раз, то Ирина дебютантка. Она режиссер с большим опытом, ей есть чем поделиться с коллегами. Победить, конечно, хочется, но все же не это главное. Как актриса, скажу так, как режиссер, опять вернусь, для меня главный процесс. Потому что благодаря таким конкурсам мы можем становиться лучше, как педагоги дополнительного образования. Мы набираемся опыта, мы знакомимся с другими направленностями, да, в нашей сфере. Впрочем, независимо от результатов профессионального состязания, участницы уже доказали свою высокую квалификацию. После окончания конкурса они с новыми силами и знаниями продолжат развивать таланты учеников. Именно дополнительное образование на 90% может стать путеводной звездой в его профессии. А если нет, то хобби зачастую для именно эмоционального, душевного состояния взрослого даже человека становится основополагающим. Результаты окружного конкурса педагогов дополнительного образования станут известны весной. Победителю предстоит защитить честь округа на региональном этапе. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».